Российская молодежная организация «Движение первых» запустили флешмоб «Подари свои 106» к памятной дате. Именно 106 лет назад был создан первый заповедник в России. Для участия напиши пост или сними видео о любимой заповедной территории, а также сделай символический подарок природе под девизом «Подари свои 106». Это могут быть 106 красивых фотографий заповедной природы, которые ты разместил в соцсетях, 106 порций корма для птиц, оставленных тобой в заповеднике, а также спортивное или творческое достижение, например, рассказ из 106 слов. Пост необходимо сопроводить хэштегами флешмоба. Завершится проект 31 января. Подробности найдешь по ссылке в описании.